Union Pacific. Крупнейшая компания, которая занималась перевозками по железной дороге в США. Мы находимся в музее. Наш путь начинается от того самого колокольчика, который дает сигнал к отправлению поезду. Поезд отправился. Вот на таких паровозах в начале века из конца в конец страны люди перемещались. А вот так у нас работает привод паровой. Поднимаемся наверх. Здесь стоял машинист, который крутил и дергал за всякие интересные рычаги, выглядывал из этого окошка вперед и смотрел, куда едет поезд. Рядом работал кочегар, который из этого угольного тендера вот этой замечательной лопатой подхватывал уголь и забрасывал его в топку. Сверху через специальные люки заливали воду, которая нагревалась в вот этом котле, давала пар, и паровоз ехал вперед. Угольный тендер был прикручен к паровозу, уголь запался сверху, а сзади был специальный вагончик, в котором машинисты жили во время перемещения. Путь был очень длинный, поэтому здесь все было сделано для комфорта, если вторая смена находилась сзади, на большой дистанции. Можно было посидеть, приготовить себе пищу. Если было холодно, был каминчик. Можно было подняться наверх, был обзор. Было ящики для своих личных вещей, для инструментов. Был туалет даже. Рукомойник. А те, кто устал, мог поспать. А это вот такой вот тормоз, фиксирующий этот вагончик неподвижно на стоянке. А это наши пассажиры. Пассажиров снимал вот этих вот? Посмотри, какой сейф прикольный. Сейф? Да ты что? Ну тут, наверное, хранились деньги, которые перевозили в таком вагончике. А в этих чемоданах перевозили всякого рода сокровища, наверное, тоже. А до паровозов... А тут тетка приехала. Да? И селась на чемоданы. Идет. Что паровоза? Да. Да, его все нет. А вот на таких вот дилижансах... Почту возили. Почту возили, да, и люди ездили. Донштанг, деньги возили. Это банк Донштанг. Да? А, Wells Fargo Bank, да, точно. Возили деньги. А пассажиров не брали? Да нет. Только жуликов. Только жуликов? То есть на эту повозку могли сесть только или жулики, которые брали, или деньги, которые перевозили. Все